Я готов. На конкурс дети читают стихи. Миша Казаков, 6 лет, город Ульяновск. Ива Афонская, снег идет на Рождество. Снег идет на Рождество, падает, как милость Божия. Снег идет, и волшебство в этот день случиться может. Тишина и чистота, и ничто их не нарушит. К нам нисходит красота и спасает наши души. Свыше послана тебе чудодейственная сила, дарит смысл твоей судьбе, ключ к разгадке тайны. Снег идет, снимая боль, душе обледенелой. Не снежинка на ладонь падает,